Новые женские колготки, сток. Тут у нас колготки, леггинсы и носочки будут. Вот у меня в руках две пары колготок размера средняя M по 40 ден. Колготки 40 ден, 60% хлопка здесь присутствует. И размер большой XL. Элька, теплые колготки. Так, вот тут, конечно, упаковка уже вся никакая, но колготки зато целые. Элька, тоже теплые колготки. Тонкие капроновые колготки, к сожалению, без упаковки. Носочки 82% хлопка, марка Есика, размеры 39-42. XL 5 пар колготок по 20 ден, то есть получаются тонкие капроновые колготки. Это леггинсы, размеры 46-48 европейские, то есть большого размера получаются леггинсы. Еще одна пара теплых колготок 200 ден, термо, размер L. Так, 70 ден, XL. Тонкие капроновые колготки. 20 ден размера 35-38 носочки. Так, фантазия вот какая-то. Лайкра написано. Размер какой-то очень не знаю. 42-46. Queen size. То есть большого размера, по идее, должно быть. Ну, 48-52. Это колготки, видите, теплые. 75% хлопка в составе. Так, 50 ден, чулки L, XL, указан размер, здесь у нас L-ка 70 ден, далее гетры теплые, колготки тонкие микрофибры, написано 40 ден, размер XL, L-ка 50 ден, здесь у нас ML, указанный размер, это колготки, в основном колготки, здесь леггинсов и носочков очень мало, лот весит 5 килограмм и все новое. Теплые носочки, размер 38-42, марка Есика 39-42, вот, например, Танда, две пары. М-ка 80 ден, это колготки, плотные достаточно. Теплые колготки, написано Warm, размер средний, М-ка 37-41, 90% хлопка, это уже носки были. Так, 48-50 колготки, 60 ден. Здесь у нас 40 ден, 42-44 указаны размеры, 42-44 леггинсы, вот уже вторые, кстати, 60 ден, по-моему. SM 40 ден колготки. Еще одна пара теплых колготок, правда, к сожалению, без упаковки. ML 15 ден, ножки красивые. Леггинсы S-ка 50 ден. Сеточка вот такая есть. S-ки, тут 4 пары должно быть, по 20 ден они. Гетры вторые, одним же были. Тонкие капроновые колготки, тоже вот без упаковки. 40 ден М-ка, с узорами получается колготки. И 60 ден, размер маленький, S-ка. Так, две пары 60 ден, one size написано. Вот такие вот носочки, это колготки теплые. Еще одна пара колготок. В основном теплые все, тонких, по-моему, мало. Гетры третья, 42-44, 40 ден колготки, вот упаковки. S-ка 40 ден, вот такие колготки уже были, вот еще одни. 40 ден микрофибра, размер SM, и здесь у нас тоже 40 ден, размер XL, черные колготки. Так, XL, большого размера колготки, это вот L-ка 80 ден, тоже хорошая по качеству. Следующие тонкие капроновые колготки марки Канда. Тонкие капроновые колготки, к сожалению, без упаковки. 37-41 здесь указан размер. Так, тонкие капроновые колготки. 35-42, 30 ден. Здесь у нас SM указан размера. L, XL 50 ден. Так, далее 60 ден, размер M, 40 ден, 35-42, 35-42, 30 ден. XL 40 ден, 70 ден, две пары маленького размера, это S-ки, гетеры четвертые, что ли, да? Без определенного размера колготки. Колготки марки Clock House 50 ден, M-ки, две пары. И 7 пар носочков здесь, размеры 35-42. И на этом все.